Никто не забыт, ничто не забыто. Политический блок «Победа» приглашает всех сограждан присоединиться к манифестациям, посвященным Дню Победы, и организует бесплатный транспорт. В Кишиневе и по всей стране пройдут мероприятия в память о героях, победивших фашизм в борьбе за мирное будущее. В заявлении для прессы политический блок «Победа» отметил, что присоединяется к Национальному координационному комитету «Победа» в организации марша в Кишиневе, который начнется в 10.00 с нескольких мест во всех секторах столицы. Их список может найти на официальных страницах Блока Победа в социальных сетях. Участников марша бесплатно довезут к мемориальному комплексу «Вечность». В то же время в Аргееве, Тараклии, Бельцах и Камрате члены политического Блока Победа организуют шествие и возложение цветов. В программе мероприятий концерты патриотической песни «Полевая кухня» и «Салют». Призываем всех жителей выйти с нами на шествие, рассказать своим детям, почему нам всем так важно помнить, что это за день, рассказать, как их дедушки и прабабушки воевали за то, что чтобы их семьи, их внуки жили в мире. Ваше участие крайне важно, подчеркивается в заявлении политического формирования.